Сейчас мы приглашаем к выступлению Нурметова Валентина Нурметовича, специалиста сектора по изучению и популяризации архитектурно археологического комплекса Цитадели на Рынкала, Забельский музей и Спаренко. Слова благодарности организаторам данного мероприятия, конференции, директор нашего отделения, сказали, что нам добро и максимально добро. Уважаемые коллеги, Дербент – один из древнейших городов на Земле и самый южный город Российской Федерации, которому 2000 лет и которому, как поселению, 5000 лет. Мы определили поселение отдельно, город отдельно, так. Археологи, ученые так решили. Как вы знаете, возраст древних городов определяется обычно по археологическим артефактам, полученным результатом археологических раскопок. Дербенте археологические раскопки ведутся с 70-х годов прошлого столетия. Точнее, 1971 года первые археологические раскопки проходили в Дербенте. Начались они под руководством археолога, знатока древнего Дербента, Кудрявцева Александра Бакаровича. В последние 20 лет на раскопки проводят дагестанская археологическая экспедиция под руководством Гаджиева Мусузана Сиража Длиновича. Результатом археологических исследований я вижу накопление огромных археологических материалов в нашем музее-заповеднике. На сегодняшний день фонд музея-заповедника насчитывает более 120 тысяч единиц хранения. Археологические коллекции для Дербентского музея-заповедника являются важнейшей составляющей фонда. Все собранные археологические предметы относятся к разным историческим этапам. Коллекция содержит памятники материальной и духовной культуры не только населения Дербента, но также предметы материальной и духовной культуры разных народов. Вес археологических материалов охватывает хронологический период эпохи бронзы до позднего Средневековья. И это позволяет нам разделить пути становления и главные этапы развития древнего Дербента. Кроме того, древний Дербент обладает уникальными памятниками археологии. Они отражают древнейший этап развития поселения. А теперь хотел бы поинформировать вас о проблемах, которые у нас есть вопросом археологии Дербентского музея. Это вот проблемы приема и хранения археологических коллекций в нашем музее. Проблемы приема и хранения археологических коллекций. Это результат музейным работникам. У нас в музее заповедники с этим плохо. Есть проблемы, связанные с хранением археологического материала. Проблемы приема коллекций музея мы с археологами решаем в рабочем порядке согласно действующим законодательствам. Потому что мы ставим на стартапах этих мероприятий, раскопка, поэтому нам действия нет. Сам как и в дружеских, так и в служебных отношениях, поэтому вопросы о приеме не возникают. Последние 2-3 года в городе идут грандиозные строительные ремонты и работы. В рамках федеральной программы формирования федерального закона по объектам культурного наследия, памятникам истории культуры народов Российской Федерации, Дагестанская археологическая экспедиция проводит широкие археологические исследования на стоке и наблюдения в разных частях города. В результате проведенных в 2022 году масштабных археологических раскопок и первых открытий архитектурной политики в жилищно-хозяйственном помещении в подземном и другие объекты. В ходе раскопок получим богатый многочисленный и информативно ценный археологический материал. Это керамика, изделия из стекла, бронзы, меди, камня и многочисленные нумизматические материалы, которые были комплексы Ледникового торгового жизненного центра, идеи которых представлены уникальные находки. Вот что интерес представляет найденные на различных местах разветвленная система водоснабжения города и церковной Гонии. Это очень уникальные у нас археологические находки, которые снова стекалось на керамических водоводах, и они заполняли большие цистерны водохранилища, а потом каждый год в город подавали по часам, ну, время вот так воду. Полученный материал датируется 9-12 веками и характеризует жизнь в культуре населения, где-то период его развития.
Теперь в городе функционирует охранно-спасательная археология, представка археологической экспедиции на постоянной основе. То есть, грубо говоря, в личном цикле. Объемы раскопок растут. Коллекций очень много. Огромное количество массового материала, который не имеет экспозиционной ценности. Поступающие в Украине в фонде коллекции часто оказываются материалом, который в основной своей массе не используется во время деятельности, по исключению случаев, лечения денежных предметов, постоянного экспозиции и размещения на жизненных местах. За чертой археологических предметов зависит от них предметов. Остановят массовые предметы и керамики. Такие проблемы у нас нет, потому что каждый год и еще последний год у нас они огромные там диски, там сдают там огромное количество массового материала, а мы не знаем, что с ними делать. Мимо тоже можно, а когда принес, что с ними делать, тоже не знаем. Уважаемые коллеги, сейчас я археологический предмет поступает вот здесь после археологических раскопок. Археологические материалы, передаваемые для приема в фонд музея, рассматриваются и подлежат к учету. Прежде всего, как археологические коллекции, полученные при изучении археологических памятников. Археологические коллекции, как результат исследования археологического памятника, согласно действующему законодательству, относятся к историческим ценностям и подлежат к обязательному приему передачи в музее. А это уже обязательно. Значимость точки при приеме археологических коллекций является принципом целостности и неделимости коллекции. Понимание археологических коллекций как источника комплекса информации о археологических находках без отчуждения этих предметов и состава коллекции. В нашем музее проблемы приема тесно связаны с проблемой хранения археологических коллекций. Каждый музей обязан хранить эти коллекции, обеспечить условия для сохранности археологических предметов. У нас в музее мало пригодных для приема хранения помещений для публичного года. Хотя вопросы обсуждались в нашем президенте в 2010 году, который он получил для работы строительства специального хранения для археологических коллекций в музее, но до сих пор проблема до конца не решена. Самая частая причина отказа в музее, это не только наш музей, но и других музеев, это место для хранения, сути помещения для хранения. Следующая проблема для приема археологических предметов, я говорю, в нашем музее-заповеднике, это сути реставрационных мастерских. Вопрос реставрации археологического хода является весьма проблемой для нашего музея. Хотя у нас есть специалист по реставрации, очень уникальный человек, только от Бога, но у него нет парадоксальных реставраций, по сути, деньги. А лицензию получить для сохранения многих предметов необходимо специализированное по рукам клима контроль помещения. Многие археологические находки в нашем музее признают те первично консервации, где реставрации. Например, как керамический фрагмент, огромный парный сосуд, дает нам огромный количество рыбков и что с ними делать. Вот такие проблемы тоже бывают. И попадая в музей археологические предметы, продолжают разрушать, в том числе и поставить они стандартные, капусты, ключи, либо контроль и другие. И возникает вопрос, а сколько археологических объектов может придать в музей заповедник, если нет что реставратора? Вопрос сложный. Фактически, если музей не имеет штатно необходимого реставратора и специального оборудования помещений, для хранения археологических находок, чтобы передать археологическую коллекцию в нашем музее, оформляется акт сдачи приемки археологических находок с организацией, которая проводит в музее. Этот договор обязательно прикладывается в копии открытия места, выставленного на конгресс археологии. Мы принимаем коллекцию с описанием. Здесь тоже особый момент. Для нашего музея не подходит краткая опись, хотя они дают нам часто, как мы и бывает, по краткой опись. У нас в музее нет пока специалистов вашего. Мы их приглашаем просто. А так, помните, для нашего музея, который принимает археологическую коллекцию, но не имеет специалиста археолога, необходимо подготовить полную опись, то, что не достанет предмета, детальное описание, до чего вас будет. Тогда сотрудник музея сможет вести базу данных, необходимую информацию о принятых предметах.
еще раз повторю, значит, получали проблемы, беда, связанная с отсутствием решения хронических. Поэтому проблемы приема хронологической лекции нашего здесь болезни решали лично, как мы возможности. А возможности, ну, как надо говорить, всегда находим, поэтому мы понимаем. Целью любой экспозиции, особенно археологической, является передача информации. Необходимо при помощи экспонатов открыть перед третьим процессом, то есть не только представить музейные предметы, но и связать их с последовательной и единой целой. И здесь музей выступает как особая коммуникационная система, которая служит посредником между поколениями и культурами. Археологический материал является одним из наиболее сложных объектов для экспонирования. Это связано с тем, что нам часто археологи не весь предмет, а фрагмент археологического хода, если даже предмет сохранится целиком, и он назначен отверг неясным. Такое тоже бывает. Поэтому для археологических экспозиций необходимо все возможные музейно-экспозиционные средства для раскрытия информационного потенциала археологических источников. Уважаемые коллеги, одна из важнейших задач нашей работы отдела археологии Деревенского музея заповедника и тщательно мониторить выпуски первоклассника Деревенской археологической экспедиции. Расскажу вам один эпизод. Во время исследований кладбища солдат Деревенского низового корпуса русской императорской армии, существовавшего в 1922-1935 годах, участок попадал в зону проведения строительных работ. Локализация кладбища оказалась возможной только в результате проведения археологических исследований, поскольку исторических документов данной информации полностью отсутствовала. Не менее важным являются и морально-этические вопросы. Доскональные и тщательные исследования тех сохранений с ярким кровью останков поврежденных солдат и последующим преданием их земель с воинскими политиками. Так она была сделана общественностью администрации. На площади около 800 квадратных метров исследовано 228 поврежденных, захороненных по христианским нормам. Особенно повреждений малое количество боевых травм, а травм бытового характера или от болезней. Встречены так 17 женских и 15 детских повреждений. При 47 повреждениях найдены медные нательные кресты в основном 17-го конца и начала 18 века. В ряде повреждений найдены медные пуговицы форменной одежды солдат и пуговицы детей. 6 серебряных копеек Петра. Найдены археологические находки в данном состоянии нашего материала. Теперь о хорошем. Благодарим мы решили. В последнее время руководством Деревенского музея заповедника делать много для популяризации археологического наследия. Так, помещение ханской канцелярии, Изабелли на Рынпалах, это там функционирует выставка из археологических коллекций, где на витринах выставлены уникальные археологические коллекции, начиная с бронзового века до монгольского периода, до 13 века. В 2020 году на территории архитектурного комплекса Читаверна Рынкова создан кабинет археологии, где сотрудники музея совместно с археологами Дагестанской археологической экспедиции проводят разбор и тематизацию классификации материалов полевых исследований для определения артефактов к основной и научно-помогательному фонду. Совместно с сотрудниками фонда музея мы в этом году дали год каталог более 40 археологических экспонатов. 15-16 августа в дню археолога, это наш праздник, все знают, мы археологи. В Деревенском музее заповеднике состоялась открытие выставки «Президент 2022. Охрана спасательной археологии». На выставке представлены богатые многочисленные декоративно ценные археологические материалы, керамика, изделия стекла, бронзы, металла, много монет, найденные находки показывают нам облик города, как торговый местного центра. 20 сентября мы открыли завесу тайны сокровищ музея заповедника. За более 30 лет на историю музея заповедника сотрудники фонда и отдела археологии организовали выставку монеты и банкноты разных веков. На выставке представлены драхмы царей Египта и династии Птолемея Антиоха IV Эпифана, датировка 169-168 года до нашей эры. Медные монеты в полисе Константина Великого 335 года. Монеты деревенских эмиров
10-й, 13-й этап и множество монет для сельских коллекторов и интересов самих бог. Все они найдены на территории Берлина Дербента, потому что еще момент перед Дербентом, как есть еще, поэтому много было яйцов, караванов, при этом они, может, потеряли, может, оставили, может, где-то, и такие найдены какие-то древние моменты. 30 сентября по 30 ноября в Елабужском государственном музее-заповеднике начал свою работу выставка артефактов свидетелей эпохи из фонда Дербентского музея-заповедника, созданного на основе материалу археологических исследований, проводящих уникальных работ археологических движений Дербента и его выставки показывают 140 археологических объектов, отмечающих быть ремесло, торговля и социально-экономическое значение местного населения в разные периоды эпохи до Средневековья. На выставке представлены предметы разных сторон, сайт и Дербента. Это монеты женского включения, найденные средневекового погребения Дербента Дербенте и 6 века. Орудие труда, ремесленного производства, образцы долгими, много, конечно, оружие, это период Сарматской колонии, период Кавказской колонии и, конечно, Казанские вот эти периоды. Культовые предметы, бытовая утва, в том числе посуда и святыми вечерами. И, наконец, 2 ноября по 4 на декабре передвижная выставка артефактов свидетелей эпохи открылась в музее-заповеднике Родина Владимира Чилипова в Ленинградске, музей Ленинградского кавалера. Выставка очень интересная для любого, кто желает познакомиться с культурным и историческим наследием Дербента. Однако и немного для того, чтобы сесть в Дербенте, сохранить свою историческую победу еще с античной эпохи. Благодаря выставке любой посетитель сможет увидеть, каким археологическим и культурным наследием обладает один из самых древнейших городов России. Таким образом, уважаемые коллеги, уверен, что немало наших памятников, все, что оно будет определять, и ведут свою часть. Обещали нам каждого посмотреть. Может, отдалекание культурных слоев и доверия на Николае достигает 10 метров. Может, только знаменитая теория для нас. Дербент не перестает удивлять мир новыми археологическими открытиями и находками. Тщательные археологические исследования территории Дербента будут внесены значительным вкладом изучения истории древнего Дербента. Таким образом, культура может успешно развиваться только в том случае, если сохраняется и осваивается на физике чемпионов на условия развития будущего. В тот момент, я хочу вас пригласить по мере возможности древней интеллигенции. Мы вас встретим, и мы у нас уникальные. Аналогично, приглашайся.